Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Гусанек, Кирилл Геймер, Крошка Крошка, Дэн, ОлТВ. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Здравствуйте! Это ОлТВ. Всем привет, геймлитики, я всегда возвращаюсь. Вопрос перед классным роликом. Как зовут этого аниматроника? Жду ваших ответов в комментариях. Кто напишет первый, будет красавчиком. Сегодня у нас очень классный ролик. Будем записывать в школе Балди и будем убегать от Спринг Бонни. У него очень классные удары, есть супер фаталити. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, бегите! Сколько секунд ты нам, Серега, даешь? 5 секунд фору. Закрывайте перед ним двери, потому что будет долго двери открывать. Так, ребята, очень напряженно, очень. Смотрим. Нет, он уже бежит за мной. Оббегаем. А, блин, я слышу его шаги. Кстати, он очень громкий, да, пацаны? Кто первый умрет, тот лошара. Ну, самый неумеха. Серега, сделай так. Убей Гусанька, пожалуйста. Ребята, вы знаете, что в этот день, когда выйдет ролик, Гусанька будет день рождения? Напишите в комментариях какие-то классные слова для Гусанька в его день рождения. Ой-ой, Серега. Ну, Гусанек, ну, давай уже нормально веди себя. Давай-давай, Гусанек, спорт никогда не мешает человеку. Ну нас бежит. Где он? Бежит, пока. Беги, быстрей! Блин, это стрёмно. Немножко расслабились, теперь пора делать ноги. Он на правую кнопку мыши очень быстро может бежать. Проходите, быстрей. Давайте его. Давайте сюда. Так, я хочу жить. Не, ребята, вы думаете так? Мы сейчас будем толпой, то мы сольёмся. Не, так вот, пускай сначала зайдёт. Игорь, что стопишь? А где они все? Я сейчас пойду на разведку. Давай. Блин, о, классно, что он... Серега никого не может убить. Ха-ха-ха, Серега, самый слабый аниматроник за 1000 лет. Серега, куда ты бежишь? Я тебя вижу. Лучше тут стоять, мне кажется, в середине коридора. Это самое будет оптимально. Я побежал, парню, в ту сторону побежал. Я его слышу! Бегите! Быстрее, глупцы, бегите! Ну, Санек! Все хотят жить! Все, пацаны, давайте в столовке будем его троллить. Вот это будет весело. Давайте, все в столовку. Серега! Я пошутил. Давай, иди сюда! Давай! Я буду тебя так долго троллить. Очень долго. Не получится, Серег. Попытка довольно-таки неплохая. Я ж тебе не Максим. Я лучше играю, чем Максим. Не, Серега, ладно. Я вспомнил, мне пора, пока. Ой, Дима. Он там идет. Давай. Ах, он быстро. Ты дурак. А ты меня... Видели, какие друзья? Вы видели, что они делают? А дверь закрыли передо мной. Это был я. Серега, ладно, хочешь, используй суперсилу. Все, без проблем. Ой, сейчас, ребята, начнется сливание, потому что он на правую кнопку мыши может делать фаталики. Это вторая сложность Спринг Бонни. Эй, стекла не бей. Не бей стекла, мы же в прокат взяли эту карту. В аренду. Гусанек контракт подписал, ему придется его оплачивать. Димон, сзади беги. Сзади беги? Нет. Я буду спереди бежать. Брешь, его нету. Капец, все Балди, кого как различать? Ё-моё. Серега, ну убей кого-то, пожалуйста. Я знал, что будет сложно, я Серегу затроллил. Я кого-то коцну. Отлично. Надо, короче, брать и стопорить других людей, чтобы он их мочил. Давайте западло делать. Так, первый у нас крошка-крошка. Стоять! Я тебя не пущу, ты должен умереть! Мы должны пожертвовать тобой заради нашей победы. За что? Что последний останется, тот будет победителем, понимаете? Это самое почетное звание в этом ролике. Выкатил. Меня, я специально играю с Агнесом. Санька 40. Мочись, Санька, у него день рождения. Это тебе будет подарок от нас. Мы добрые люди, мы тебя убьем первого. Все, давайте, стопорите всякую Санька. Где он? Хорошо. Так, не то. А вот и он, я его... Стоять! Да я пошутил, я не хотел тебя стопорить. Держал. Да быстрее беги. Блин, я его боюсь. Я вас поймаю. Ну, Дима! Да, блин, не смог застопорить. Сложно за аниматроника играть, сейчас. Но он очень жесткий. На правую кнопку мыши надо только ему как-то поймать, но он сможет. А я поймаю. Конечно поймаешь, Серега, я в тебя верю. Давай. Не надо ломать. Беги со всей силы. Во, суперсила пошла. Не верю. Давай, Серега, я в тебя верю, ты сможешь кого-то убить. А не меня, я пошутил. Что ты? Иди сюда, давай, я сзади. Давай, я тебя жду. Там кто-то меня застопорил. Надо было его убить за это. Было бы классно, тот чувак, который меня застопорил. А кто у нас? Крошка-крошка. Стой. Заблокируй его. Нет, блин! Это я тебя убил, Дима. Да Серега, я ж не хотел. Ай, больно по шее. Больно, помой.
Минус Дима. Максим, ты следующий. Ну блин, ну Серега, дай я поддался. Ё-моё, как я мне повезло. Ну что, а вот теперь выходит настоящий монстр-убийца. А чё я в дверях застрял? Уходи оттуда. Пацаны, ну где вы? Мы толпой идем. Нас уже трое получается, да? Я в нычке. Дэн подставить меня хотел. Я буду жить. Я первый занял эту нычку. У нас трое, давайте как-то окружать, давайте, что вместе нас мы не шли в коридоре. Четверо или пять, нас а, да? Уже. Ну что, пацаны, приближается победитель этого ролика, я думаю, что это будет... Ну не Максим, сразу говорю вам, он не умеет играть. Ну что, ребятки, как вам тут? Ребята, не забываем подписываться на канал Максима, потому что он сейчас тоже снимает ролик. И вы можете посмотреть от его лица, как он сливается. Как его убил Серега, например. Ничего, один. Помоги, кто там сейчас пробегал, помоги здесь. Блин, это наш, я уже бью ножом. Блин, идиот. Дима, вернись назад, тут двое у меня. Иду. Не надо, пожалейте, помилуйте. Дверь открывай, вот дверь. Вся хемпить. Фу, кемпер. Ну блин, ну где он? Уходи от нас, плохой дядя. Какой? А кто живой остался? Вот. Блин, я его чуть ли чикнул. Я его тоже хотел чикнуть. Куда он? Убили? Нет. Да блин, он же сюда побежал, вы видели? Да, но он жив еще, Дим. Как он так быстро скрылся? Эй, ты! Выходи! Мы тебя найдем все равно! Выходи! Леопольд. Ага, а кто? Кирилл Геймер остался? Кирилл Геймер остался? Или Дэн? А где он? Вот он! Вон он. Блин, хотел срезать, а он управляется Жорахит. А надо уметь, Дим. Да, кстати, надо заранее просто как-то... Ты мышка, да, поворачиваешь? Я... Нет, клавиатуры. Понял. Он по коридору длинному бежит. Ты что, через двери можно просто... Вот он! А дверь вонючая! Убили? Нет. Я всех чикаю, и своих, и чужих. Так, может он тут где-то пробежит сейчас? Он в кухне, он в столовой был. А он будет теперь бегать просто по всей карте, мы не сможем его убить никак, пацаны. Надо, короче, блокировать входы. Вот что надо делать. Короче, давайте, пацаны. Тут есть шкафы, и тут узкие пространства, тут не проскользнет. Там где два шкафа по краям стоят. Вот он. Так, будем по интуиции идти. Я бегу за ним. Меня интуиция подвела, я не нашел его. Так, я в столовке одни двери закрою. Надо, короче, блокировать дверями, они долго двери открывают. Поэтому это наш шанс только так его поймать. Он у меня! Ну, пацаны, давайте! Мы должны его убить! Ты бутычку дал, ну кто за ним бежал? Надо его в класс загнать или куда-то в ловушку. Вот он! Короче, да жопа! Я в кухню закрываю все двери. Я, короче, встаю на проходе и жду его. Чикнул. Есть, красавчик. Вон. Прячется. Вот, я встал, короче, где дверь одна открыта. Надо, чтобы блокировать входы им. А один должен гонять. Давайте, гони, кто-то по-любому сюда придет. Ребята, ждем. Это моя ловушка для него. Они теперь не могут бы не хопить. Я сделал гравитацию. Я 10 тысяч гравитацию сделал. А теперь, пацаны, вам будет тяжко. Уже вы не сможете. В столовке. Побежали. Да, быстрее. Он тут ныкался на улице все время. Вот красавчик, смотрите на них, я а. Я чекал. Просто, значит, чекал. Вот он у меня. Ну! Иди сюда, жопа! Знаю. А, дверь синяя открылась. Это я ее открыл или там кто-то сидит? Ага, сама открыла. Убили? Я убил чувака просто красиво, прям на ножичек. Кстати, вы заметили? Я удар сделал заранее, чтобы его замочить. У меня 10 хп было. А кто? А, Кирилл Геймер остался. Опять залетел. По-любому, я его не видел, кстати, чтобы он бегал. Я его вообще не видел. Я его не видел. Получается, что, пацаны? Врет. Я не вру. В кабинете сидел все это время. Лучшая тактика — спрятаться на самом видном месте. Не хочешь, да, колоться? Хорошо. И правда говорю. Ой-ой-ой. Я не обманываю нас тут. А чё? Да ладно, пацаны, он врет. Ой, он честно говорит. Он честно врет. Так, я хочу его лично убить. Лично. Я его чикну. А где он? О, сейчас бегает. Так, закрываем, короче, дверь. Ах ты жопа! Из слоновая. Помогите, я. Вот это психи рванули за ним.
Не упускай его. Вижу. У меня. Вот это жесткое преследование за ним. Он в кабинет забежал. Все, вот там кабинет блокируйте. Не, все, на входе. Давай, заходи. На входе. Вот это, ребята, ловушка. Я застрял. Ой. Кто убил? Кто убил? Мы его все убили, я тоже делаю анимацию. Это фаталики, сразу убийство от трех аниматроников. Это было сильно. Друг друга перемочили. Теперь выясним, кто лучший аниматроник. Кто лучший игрок, уже ясно. Кирилл геймер читер. А теперь будем смотреть, кто лучший аниматроник. Вы даже туда не заглядывали. Я, пацаны, убил красиво на крысу. Меня убили? Нет, я убил! Я убил! Да ты! Как ты меня поймал? Я красавчик, за то, что гравитация большая, тут немножко у нас глюки. Блин! Я лучший игрок! Я что, выиграл всех? Нет, я живой. Я живой. Ой, привет. Вот это я сегодня лучший. Ты наблюдать решил, да? Я убил тебя. Все, так поймал. Как? Я иду убивать всех. Хочу быть кто лучшим остался? Аниматроником. Кто жив? Я жив. Я жив. Давайте, пацаны, кто не сыт, встречаемся в столовке. Пошли. Давай, разборка, один на один. Давай. Кто не сыт, давай. Я уже одного убил, давайте между собой сначала. Нет, Серега, ты хитрожопый, давайте вы, давайте камень, ножницы, бумага. Я только что убил одного. Ты хитрожопый, Серега, нет, потяни дверь. Давай, как будет, так будет. Стоп, вот два аниматроника, это я и еще кто-то. Я бегу. Это не ты? Ладно, это я. А сейчас Дима это я! Бьет. Это Дима меня в крышу. Да Серега, ну стой! Я убийца! Че, двоих сразу убил? В крысу, Дима. Я двоих сразу убил или че? Я не понял, че у вас тут двое? Да анимация просто забагалась. А, забагалась. Че, у тебя выиграл? Что? Я проиграл! А да я поддался! Да блин, это нечестно! Я выжил! Нет, это не ты! Я! Это смотри, это я хожу! Это нечестно! Серега, этого не может быть! Я выжил! Серега, ты лучший аниматроник! Что? Это нечестно! Все, ладно, Серега проиграл! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Секрет Форум, Радекс, Гусанек, Васаби, Серега, Подлючка, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, мы все взяли кейсы и будем убегать от аниматроников с игры Security Breach Ruin. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Карта очень классно сделана, здесь не так много места, но Серега уже всех убил. А кто умер уже? Вы, ребята, вы что, издеваетесь? Вы что так быстро умираете? Вы чего? Это не я, Дим. Так, пацаны, кто первый умер, тот лох. О, хорошо. А чего вы тут встали? Он же вас убьет на расстоянии, вы зря туда ходите. Не беги за мной. Надо сразу вот так стоять, где можно убегать в разные стороны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное. Так, он идет к нам. Беги, быстрей. Ребята, я крутой. Упал кто-то. Ну, ребята, ну вы чего? Радекс, я. Ну вы что, издеваетесь, пацаны? Лошара, Радекс. Так, я здесь буду стоять. Дим Серегу на подписке. А я его не слышу. Где он ходит? А ну инфу дайте мне, пацаны, пожалуйста. Он за мной бежит. Давай, мочи его, мочи. Все, минус. Да вы что, издеваетесь? Вы что так умираете быстро? Ребят, меня вас... Так, я буду здесь стоять для того, чтобы можно было разные пути отхода. Вверх там можно, влево и вправо. Блин, я еле его увидел. Быстрее, беги. А, их уже двое. Блин, я упал. Ну, блин, то я хотел еще... Ну, ничего, ребята. Беги. А, ну ты разрешаешь еще повыживать? Хорошо. Да. А я специально проверил, видишь. Да я врезался тут. Когда играешь за NPC, когда вселяешься в него, как-то отталкивает немножко этот... На расстояние определенное. Смотрите, я могу прыгать, ребята. Я перепрыгнул. Минус. Кто это прыгнул? Ага, Гусанёк. Ну, блин, ну Гусанёк. Я хотел эпика. А, ну видишь, у тебя не получилось эпика. Так, я теперь смогу перепрыгивать углы. Это очень круто сделано. Смотрите. Угол. Хоп, перепрыгнул. Отлично. Пойдёт. А, кто-то упал. Ребята, ну что так легко? Ой, что так сложно? Дима, я, кажется, за тобой бегу. Повернись. А это не я.
Это я. Это ты. Давай, мимик. Нет, мимик, отвали. Это васаби. Ребят, отлично. Блин, классно, я быстро бегаю, кстати. Это ничего, сейчас тебя поймают, Дим. Да нет, не должны поймать, я буду убегать. Очень быстро. Кто со мной? Ванесса, беги. Ой, Кейси, мне хочется Ванесса все достать. Да ё-моё! Да я подался специально. Да, я тебя перехватил, Дима, специально. Ой, блин, зачем ты туда побежал? Я не знаю, мне вселяться или нет, мне кажется, вы и сами поймаете эту Кейси. Давайте посмотрим, как она будет сейчас сливаться. Так, бежит прямо на аниматроник. Молодец! Вот так, Боже, значит, можно было, да, а я лох, не догадался. А ты как лопух, Дима. Да я специально, видишь, проверял, тоже шаришь. Давай, Кейси, беги. Да блин, да как ты меня убил на расстоянии? Все, минус, минус. Извини, Кейси. Че, всех убили? А че пешком? Второй раунд начался, давай, покажи аниматроник. О, кто-то маску одел, прикольно, даже маску можно одевать. Это я одел. Пару, не бей меня первым, пожалуйста. Пацаны, давайте не поддаваться в этот раз. Дим, а я на вот эти желтые штуки не могу запрыгивать. А чё? Все. Ну прыгать не буду, потому что он не может. Ну ты можешь на расстоянии убивать. Ну да. Не бей фару, я ж хороший, я ж твой друг. А где он вообще? Я его не вижу, кстати, вон, это очень странно. Вон. А, вижу. Серега, ты маску одел, да, на себя? Да, я маску и с фонариком бегаю. А ты как это сделал? Через С, да, выдал сначала себе да, все? Да, С, там нажал на нее, изменил группу тела и все. Молодец, Серега. Пацаны, давайте, он еще никого не убил. Давайте сделаем так, чтобы он прям реально не мог никого убить. Он за мной бежит. Блин, это страшно. Он за мной. Отлично, я убежал. От судьбы не уйдешь. Нет, я уйду от судьбы. Все, не достал меня. Блин, прикольно, да, ребята, за NPC управлять? Серега! Да, прикольно. Чу, блин, я думал, ты вниз упал. Что ты думаешь, я додик какой-то? Нет, я это матерый. Матерый додик. Все, пацаны, он уже минуты никого убить не может. Давайте делаем так, чтобы он прям вообще не мог никого убить. Кто умрет первый, тот лох. О, давайте, прям вообще не умеха, который вообще в Гаррис Мод и нуб. Рукожоп Жопович поменял. Согласен, Серега, поддерживаю. Я другого возьму. Ну давай. Я знал, что ты из этого аниматроника ни у кого не убьешь. Бери еще медленнее. А мы будем с тебя угорать. Зря ты сказал это, Дима. Сейчас он возьмет Бонни. Не, а Бонни медленный. Не, Бонни быстрый. Зато Чика быстрая. Так, я вообще аниматроника не вижу, где он? Извини, о, я буду на подкрадулях идти, смотрите. Все, Чика вышло на охоту. А, я еле убежал, Серега! Дима, она за тобой. Она не догонит меня, очень быстро бегаю. Она как зомби как-то. Здесь надо прям подлавливать. Да, аниматроник зомби. Беги, Кейси! Отлично. Ну, Кейси! Ладно, давайте по 3 жизни. Когда падаешь, 3 жизни есть. Потому что я чувствую, все сваливается. Немножко неудобно управлять, ребята, NPC-шками. Надо привыкать. Можно, кстати, от первого лица делать. Я даже... Кстати, сделайте от первого лица на вей, можно руки и ноги увидеть свои. Реалистично. Да, это очень круто сделано. Так, никого не убил. Вы представляете, как это смешно? Серега, ты прям хорошо играл, я тебе скажу. Это тяжело очень. Да какое тяжело, ты не умеешь играть. Давайте, Кейси, бегите все. Серьезно тяжело. Я же каким-то образом Кейси убивал. Ну да. Взяв... Метро, они там попадали. Ну я вообще-то дал шанс людям. Так возьми другого. Ну. Если ты не можешь, если ты рахит, бери другого. Ребята, настроение отличнейшее, да, Серега? Да. Вот походу рукожоп Жопович нашелся, Дима. Вот он. Это гламрок Чика сломанная. Ну, давай учитывая, что в этом раунде, когда мы играли первым, он был последний выживший. Значит, как за Кейси он хорошо убегает, но догонять не умеет. Форум, кстати, вот насчет РП, вот молчи. Первого убил. Да ладно, ну блин, ну рады. Молодец. Я завис. Вот и нашелся. Рукожопович Иванович. Я слагал. Я просто не мог двигаться. Кстати, знаете, как у него фамилия? Рукожопченко. Рукожопченко Абрамовченко. Так, 2 аниматроника, ребята, теперь уже будет намного сложнее. Надо прям очень сильно выживать. Все, хорош. Да ладно, вы что, изговорились? Радекс плохой человек, он на меня сверху спрыгнул. Давай, Серега. И что? Никого это не волнует. Окружаем их, Радекс. У вас не получится. Ой, отлично! Да ладно, опять кого-то убили! Да ну, пацаны, вы чего?
Знаешь, что Серега выхватил? Вот эта тема, когда ты наверху и спрыгиваешь вниз, это очень круто, кстати. Да. Но она и против тебя может работать, Дима. Я убежал! Блин, это стрёмно! Задей тебя Чика. Я вижу, я слышу. А там мимик за тобой. Серега, я обманул их всех. Вот это красавчик. Блин, классно играть за NPC-шки. Монтяра там бежит за кем-то. За мной. Опа. Блин, в воздухе. Нет, да. я живой, но меня убили. Да ладно. Блин, тебе это было очень стрёмно. Тебя начали убивать, я вниз упал. Три жизни дается тем, кто упал. Да, давайте, чтобы было поинтереснее, потому что даже я могу упасть. О, гусанёк. Отлично. Серега, мы с Харвой хорошо играем. Да. Мы вам поддаемся. Да ладно, ну не ври, ну зачем ты врешь? Я не вру, не надо. Ай! Я упал. Кесси, беги! Я съел. Блин, да я воздух. Иди в жопу! Да я в воздухе проиграл! А кто остался? Кто остался? Я остался. Давай, Серега, беги! Беги! Кто остался? Я один? Ты один остался. Они вас двое. Я убил. Так, давайте понаблюдаем, как Серега играет. Так. Сережечка, у тебя же есть, если ты не падал, можешь спрыгивать, у тебя есть 3 жизни. Ты не на меня смотришь, Дим, Ну да. А это кто сейчас проиграл, не ты? Секрета убили. Я жив. А, то маску тоже кто-то одел просто. Я жив. Я бегу пока что, Дима, я живу. А, вот, я вижу, ты бежишь, да, давай. Падай вниз, если что, если у тебя 3 жизни еще не потрачено. Вот, молодец. Серега, молодец, правильно. Сколько ты раз? Это первый раз ты упал? Нет, это второй раз. Еще одна жизнь, и Серега, еще раз можешь свалиться вниз. Я даже не буду вселяться пока в аниматроника, потому что и так очень будет сложно, Сереге. Давайте понаблюдаем, как он будет играть. Это очень круто. Я бегу. Я вижу. Давай, Серега, я в тебя верю. Кейси, давай. Беги. Ну, есть. Ай, блин, надо было вниз падать. Зажали. Серега хорош. Да. Я выжил. Пока мне Серега больше всех повыживал за Кейси. Так, теперь этот раунд, когда я буду играть за аниматроника. И посмотрим, так же сложно, как говорят, или легко. Давайте проверим на своей этой шкуре. Да. 3, 2, 1. Погнали. А за кого он? Я не вижу. Эх, успел вселиться. Я уже думал, сейчас замочу. Так, давайте будем подлавливать. Сейчас будем какую-то определенную тактику вырабатывать. Так ты заяц, так. Заяц, бежит. Волк. Заяц, волк. Да ты кролик, ты стоишь кролик. Ребята, вы говорили сложно, да? Радекс всегда первый. Ну, Радекс, ну скажи, что у тебя опять зависло. Это хорошая отмазка, мне она нравится. Я попытался заскамить. Радекс, я тебя вижу. Заскамить. Во, Дима. Ух, я Дима еще не вижу. Еще одного убили, да ладно. Пацаны, вы че, это сейчас будет самый быстрый раунд, который мы играли. Это пустая Кейси, там никого не было. А, пустая? Да. А это возможно пустая Кейси? Пустышка, Дима, да. Отстань от меня. Это ты, Серега? Нет, я тебя не пущу. Блин, я упал. Серега, молодец! Это не я, это. Это не ты был? Блин, я думал, это ты. Нет, ты сначала за мной гнался, потом ты переключился на другую Кейси. А кого я убил? Никого. Я пытался в середине. Я сам упал. Понял. Так, давайте наблюдаем. Вон двое Кейси, погнали туда. Заяц, бог. Так, окружаем их, давай сюда. Бани хоп, это такая. Ну, еще чуть-чуть. Есть, молодец. О, это Серега, это не Серега. Так. А он уже готовится прыгать. Так. А я сейчас на расстоянии попробую убить. А что вы там стоите? Пацаны, идите помогайте, тут 2 Кейси в углу стоят. Я их не пускаю, ни туда, ни туда. Иди ты, я убежал. Так, отлично, хочу обмануть их. Так, давай сюда. Манка, манвей. Ой, чуть не упал. Блин, это заяц как-то странно бегает так. Заяц, волк, Дима. Серегу заклинило немножко. Вот и сколько тут бегает Ванесс. Пацаны, идите сюда, давайте помогать. Блин, я сейчас драка. Есть, я убил кого-то. Отлично, ребята, все больше и больше аниматроников. Меня пугают эти микролаги, потому что если у меня сейчас микролаг случится, это вообще жопа будет. А из-за чего микролаги? У меня был не микролаг. Да небольшие. А, есть, да, такое? Небольшие такие, да. О, это Кейси пустая стояла. А, Серега, это Монти, Монти. Так, давай сюда.
Стоять! Стоять, кого я говорю! Я поймал, я поймал! Ребята, секрета замочил. Ну, блин, все лучше и лучше мы играем. Этот раунд вообще интересный. А кто говорил, что сложно убивать? Я так и не понял. Легко же вроде было. Я говорил. Кто остался? Я остался? Ты последний. А, Дима, я живой. Я своего загасил. Серега, а где ты? А я вижу тебя. Да не мочите меня! Ну зачем вы меня мочите? Я ж свой. Дима, а ты летаешь, смотри, где я. Да, давай будем уже наблюдать, как ты играешь. Мне даже интересно наблюдать, как Серега играет. Это очень круто смотрится. Так, давай, Сережечка, я в тебя верю. Так, молодец. Отлично, красавчик, побежал. Не будем мешать ему. Ты видишь, да? Да, ты я смотрю за тобой. Вот ты в углу. Прыгай вниз, если у тебя 3 жизни. Ты так здесь, чтобы они друг друга убили? Да. Серега, молодчик. Хорош, хорош. Так. Так, только не мешайте ему. Я один раз прыгнул, Так, еще 2 жизни есть. Ребята, блокируйте ему прыжки. Так нечестно. Не, нормально, еще раз. Я второй раз. Все, ребята, если сейчас он упадет, то все, он проиграл. Только дайте ему фору, чтобы он выбрался. Смотри, они меня окружают. Ничего, Серега, давай ты выйдешь, они тебя пока мочить не будут, вселяйся. Так, я выйду сейчас. Так, давай. Выйду. Отойдите. Все, давай, 3, 2, 1, погнали. Серега, ну давай. Блин, ну тут сложно по этой карте выживать. Когда мы вчера играли, было как-то легко. Друг друга мочит, Серега, ну как ты это делаешь? А попробуй на этом островке как-то запрыгнуть и проверить, смогут они тебя убить или нет. Интеллект аниматроников. Они могут, смотри. Так, давай, Серега. Да блин, у меня зачем? Я же камера летающая. Все, убили Серегу. Да ладно, Серега. Я дольше всех, Дима, пробежал. Да, Серега вообще хорош. Серега, ну ты победитель в этом ролике. Ребята, мы решили сделать последний раунд. Это PvP. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Погнали. Кто проиграл, уже не участвует. Просто наблюдает. Секрет. Ой, молодец, Сережечка. Ну что ты? А тоже маленького. Не, я живой еще. Я вот стою здесь, по красоте. Я вижу, он бегает. Так, сейчас они все друг друга помочат, и я один останусь. А вон аниматроник стоит. Так, Серега, бомба пока осторожно. Так, ну что, аниматроник, стоять, иди сюда. Я смотрю. Я убил тебя. А чё я не убил тебя? Я же нажал первый удар. Я первый. Все, гусанек выиграл. Гусанек, ты победитель? А нет. А вот еще один. Подлючка или гусанек? Я думаю, что гусанек выиграет. Да, он выиграл. О, блин. Ну гусанек, ну ты, я знал, что ты читер. Ты всегда водишь на читы команды. Я просто проиграл. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фокс, Гусанек, Крошка, Гуздума, Плеймарк, Флайнг, Сергей Тайм. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. 1000 лет мы не записывали на этой замечательной карте Аквапарк. Если петь кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. И убегать от аниматроников из фильма. Погнали. Максим выдвигается, сам захотел быть аниматроником. Давайте сделаем так, чтобы он страдал всю серию. Так. О, первый. Ой. Минус один. Да вы чё гоните? Ну потому что так надо. Так карта гигантская, как можно здесь проиграть? А где он? Я боюсь, я знаю, что он где-то... Он видишь, а, вот, вон, вон. Да. Все, отлично. Огурец, прощай. Я в другой части карты, вот прямо возле стены стою, да, жду тебя. Я к тебе Саня знаменит. Смотрите, какой у меня классный скин, у меня диппер. Фредди сзади. Диппер пришел в аквапарк. Да. У меня Фредди глухой какой-то. Здорово. В смысле глухой? Я его не знаю, он прям сзади ним стоит, посрочи ему дает. О. А вы что думаете, там можно выживать? Если вы зайдете, он вас там убьет. Лучше не заходите туда. Так, ладно, уходим, ребята. Я буду по кругу бегать. Кстати, а где они? Идут. Вот они там. Вон бегут, с двух сторон. Да, они нас окружают, пацаны, будьте готовы. Вот он приближается, так, надо быть очень внимательным. Пацаны, бегите, Валя. Бегите, все скорее, вы должны выжить. Так. Стоять! Нет! Стоять! Блин, он с этой стороны идет, но мы успеем убежать. Ну, Дима, я всего лишь кусочек откушу от тебя. Нет, я убежал! Отлично, теперь понял, как можно от них убегать, можно просто перепрыгивать. Вы офигели! Так. Блин, я так переживаю. Блин, я думал, я слился! Так, плеймаркет слился, ну пацаны, ну не умирайте так быстро! Ну пожалуйста, ну не умирайте, пожалуйста, сейчас. Такс. Бенни Хоппим со всей силы. Дима, за тобой и хвост. Нет, он не успеет меня убежать. Ой, убить. Я убежать успею.
Отлично, отлично. Блин, я не могу остановиться здесь. Блин. Так, тихонечко. Пацаны, я выхватил классную тактику, как можно выживать от них. Ну расскажи, пожалуйста. Нет, 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 нет. Никто не должен знать эту нычку. Ой-ой-ой. Блин, такие звуки, как будто они прям везде. Это три аниматроника уже, да? Да, аниматроники воды боятся очень. Да? Это хорошо. У меня хп отнималось. Серьезно? Блин, это круто. Я вспомнил, да. Кстати, мы теперь можем... У них контакты зам... Гусунёк, ты что, издеваешься? Я поддался. Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем? Да в смысле сложно? Жрать на записи не сложно, а так сложно. Приятного аппетита. Спасибо. Вот это у меня тактика классная. Ребята, я должен заточить, понимаете? Это все, это выигрышный момент. Так, нас поделилось четверо на четверо. И это очень хороший результат. Я не так быстро слился, как хотелось бы. Ну, отлично. Как я хотел. Ну да. А! Блин, я всегда думал, что это я умираю. Так. Ты через стену. Трое осталось выживших. Это хорошо. Это Дима. Куда ты спрятался? Мне кажется, я знаю, где. Где? Опа. Ха! Как ты? Я на горке, вам надо в горку подняться. Стоп. Блин. По горке спускайтесь, пацаны, только так вы можете меня убить. Да куда ж ты? Ой, блин. Ой, блин. Дима! Дима, стой! Ой! Почему я вас... Блин, надо бежать, надо бежать! А! Он может подниматься за мной? Я так и не понял. Нет, нет. Я поднимаюсь наверх, пацаны. Нет, я вне... Нет! Нет, 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 не надо, пожалуйста, пацаны, не убивайте. Блин! Стой, стой! Да нет, пожалуйста! Иди сюда. Отлично! Ребята, я нашел тактику! А кто? Я последний выживший? Нет, я еще. Что за двое, дурачков? И тебя пропускают. Нет, пожалуйста, нет! Ну нет, ну блин! Я последний был, пацаны! Нет, я еще. Нет, еще кто-то остался. Да ну нет, я должен... Да как так-то? А как-то? Так, а где выживший последний? Я так и не понял. Я не знаю, он прячется где-то. Так, давайте пролетим, посмотрим. Еще раз, кто последний? Я. А, это он, вонючая сова. Хорошо, я тоже беру аниматроника. Погнали. Во, вот он. Есть, пацаны, я его убил. Раунд номер два. Я выдвинулся на охоту и хочу замочить всех. Как же это быть аниматроником? Хочу попробовать на своей шкуре. Кого я первого убью? Тот молодец. Тот самый лучший игрок. Пацаны, кто хочет быть лучшим игроком? Пацаны, это он потом в последний момент скажет, тот лох. Это когда ты делал хоть раз? Ты памперс натянул? Да. Гусаничелло! На тебе! Отлично! Плеймаркет слился. Че, пацаны, умные и сильно, да? Он тебе поддался. На еще одного! Да вы че, пацаны, и гоните? Так легко двоих, оказывается, было убить. Так, интересно, как же мне Максима убить? Подожди, а разве туда можно забраться как-то? Да. Аниматронику? Да. Вижу, все, я иду к тебе. Пацаны, ждите его внизу, там я сейчас его скину. Все там стоите, внизу. Ну что, Максим, ты готов слиться? Готов слиться. Ну все. Так, подожди, не понял. А как? Я не могу туда к тебе забраться. Я ж не могу бы не хопить. Почему я в этой серии такой лох? То первый сливаюсь, то второй. Ну ничего. Дима, что ты ко мне пристал? Иди там другие. Я не буду тебя убивать сильно. О, жизни тратятся, смотрите как, с какой скоростью. Я говорю. Офигеть, это контакты вообще слабые. А что, ты в воде терял эти жизни? Да, у меня просто 3000 жизней улетело за пару секунд. Сюда, Мак, сюда. Так, давайте перекличим, кто живой? Я живой. Я. Ага, пятеро. Вас еще много, хорошо. Прикинь. О, Санек, ой. А ты где? О, Максим, привет, пошли выживать. Привет. Так я не понял, вы где? Я хочу вас убить, быстро. Максим. Блин, прикольная карта. Давай, ребята, кто помнит эту карту на моем канале, ставьте лайки, напишите, мы помним. Это очень олдскульная карта, очень.
бежать. А, это Сержи Тайм пришел. Нет, все равно он уже сюда идет, бегите. Так, мне надо такую тактику выхватить, где они будут проходить, и я смогу их замочить. Так, я могу сюда зайти? Нет. Блин, я не понял, вы где? А зачем тебе эта информация? Ну вот так вот, хочу убить тебя сильно. А почему меня? Они в порошах. Ой, они в туалете где-то, полюбался. О, туалеты, точно. А я вижу через крышу. Так как камера далеко стоит, я вижу. Вода убивает. Мне кажется, туалет это наоборот такая штука, где можно очень быстро слиться. Дима, что ты тут забыл? Что тебе надо у меня дома? Ты трусы поменял? На тебе щенок кошачий, вонючий, я тебя увидел. Так, пацаны, еще. Одного мы замочили, теперь в нашей компании все больше и больше злых аниматроников. Блин, ну это круто, играть карта, где есть вода, и при этом аниматроники боятся ее. Это спасибо. Очень круто. Ладно, я побежал, Дим. Пацаны, спасибо. Мы не можем туда забраться, ты читерист. Хорошо, давай, я спустился. Так, Дима. Максим, пойдем сюда. Мысли. Дима, ты куда залез? А как ты сюда залез? Как и ты? Ты же знаешь, что аниматроник может залезть? Вот и залез. Все по-честному. Вот. Ну что ты, голова пластиковая, стоямба. Я выхватил кое-какую тактику. Так. На расстоянии можно убить, вы же не забывайте эту тему. Капец, Дима, у меня сейчас очень было все плохо. Я видел, как ты чуть не слился. Чуть ли не на соплях. Если будешь так делать, я буду вот так делать, понимаешь? Ладно. Это по-честному, как ты, так и я. О, подожди, Дима. Блин, я не могу. Гусуняк, ты еще живой? Да. Так, Гусанчела. Может, Гусуняк, так твой тактика пробую пользоваться, который я? Какой? На горках там катайся, не? Нет. Ни в коем случае. Я тебя не вижу. Вижу Фокси, вижу Такс. Ребят, давайте плавать. Дим, Максим, а ты проиграл? Блин, я проиграл в воде! Блин, это жестко! Давайте плавать. Дима, давай. Ты думаешь, я тебя не убью? Давай, прыгай в водичку. Да блин, меня откидывают в сторону! Я не могу в воде плавать! Есть, еще одного убили. Так, давайте думать. Гусуняк паркурит, да, я вижу? Хорошо. Максим, сюда давай. А нет, Максим, не надо. Я лучше плавать тут буду. Хорошо, давай. А кто еще жив? Я. Блин, да жизнь не тратится быстро, ну как? Да ты запекал. Пекал. В смысле? Воду никто не запрещал. А, это был игрок, тю, блин. Да извини, но обстоятельства. Ну я просто рад всех убивать. Так, надо резко как-то прыгнуть, с разгона успеть нажать. Он на расстоянии смогу убить его. Я сейчас с моста буду прыгать. Сейчас, я резко к нему прыгну и убью его. Отталкивай, да, сразу в сторону? Смотри. Давай. О, отлично. Нет. Ну блин, ну отталкивает. Ну ё-моё, ну не могу я. Ну, есть. Да нету, ну я ж был рядом. Пацаны, Гусанёк, где туалеты? Так, он опять по крышам паркурит, да? Да. Гусанёк, тебе пора слиться, готовься. Это получается вы вдвоем остались, Гусанёк и Максим? Да. Ай, блин. Я чуть Гусанька не убил, ну что ты? А, вы паркурите, да, сильно? Я понял. Помогите. Максим. Спасти. Максим, давай. Пацаны, ну сложно, согласитесь, их убить. Ой, Дима бежит. О, Максим, давай вот так. А, ладно. А что ты там стоишь? А меня видно, блин. Ну бывает, видите, пацаны, я тоже всех своих. Мы остались вдвоем? Пацаны, давайте окружать их. Нет, Максим, если что, смотри, если что, вон туда. А, их труба строя. А, ну, можно тут, кстати, тут глубоко тоже. Да вы задрали воду прыгать. Помогите. А, нет, здесь не глубоко, нужно подальше. Я могу бегать по воде. Не могу, я умер опять. О, Дим, здесь еще глубже. А я не могу никак. Ой. Вот это явно не моя проблема. Так, пацаны, надо тактику придумать. Надо его окружить как-то. Резко прыгнуть в воду. Слушай, здесь поглубже. Вот тут надо даже сверху вы не запрыгнете. Нас сразу отталкивает, да, в сторону, пацаны? Да. Есть! Да блин! Да, блин. Да ну зачем вы убиваете меня? Да блин, я нашел лучшее место здесь. По бокам не зайдешь, только спереди. Вот я попробую другого аниматроника взять. Ах ты, блин. А ну-ка.
А все равно отталкивает. А, подождите, ты даже получаешь урон даже в неглубоком? Да. А ты зачем ты рядом со мной? Ну пацаны, вы шумочите. А ну попробуй за этого челика. Да ё... Чё меня убило мгновенно? У него чё, жизни мало совсем? А, у него 1000. 10 000. А, ну прыгай давай. Да блин, меня отталкивает в сторону сразу. И смотрите, до края тянет, и все, ничего не сделаешь. Да блин, а как? Я Сквидвард, я в своей среде обитания, идите гусенька убивайте. Есть! Молодец! Боже, какой ты молодец, Сергей Тай, молодчик. Вот так я вот, поддался. Обманщика не обманешь. Я поддался. Все, пацаны, у нас ты остался нашла? Кто? Гусьдума и гусенек? Да. Гусьдума прятался. Ну это хорошо, так какая разница? Мне это не запрещено. Он где-то здесь, пацаны. Я прям чувствую. Есть! Блин, Гусьдума, я тебя уже так знаю наизусть, я даже знаю, где твои нычки. Это было прикольно, когда ты выучил человека. Нет, Гусьонек, не поддавайся, ты должен прям красиво играть, ты должен затащить. Не, ну если вы хотите, чтобы я красиво играл... Нет, не поддавайся ни в коем случае, тут по-честному играй. Без проблем, без no problem. Да кто там звуки эти рахитные издает? Я когда прыгаю за кексиком, они издаются. Так, давайте инфу, где Гусьонек? Вот, блин! Он мертвый! Нет, он не мертвый! Я его вижу, пацаны, я его вижу. Все хорошо. И тут я такой именно. Фух, в воду. И умер. И я каламанекала! Еще б чуть-чуть! Не хватило ума! Ой, скорости! Ну, гусанечек, ну пожалуйста, ну иди ко мне. Я тебя не буду убивать, я обещаю тебе. Эти хлеба, да. Даю слово пацана Максима. А где он же ж тут был? Шо вы лысые? Плаки-плаки? Или нормандаки? Я думал, что он спрятался. Сыны, ну смиритесь. Да не, надо убить тебя стрично. Гусенек, забудь, пожалуйста, слово паркур. О, давайте тогда можно взять быстрых аниматроников. Я беру Фокси. Нет, я возьму Голден Фредди. Они ему телепортацию добавили, он теперь не быстрый. А он быстро еще и телепортироваться может. Нельзя. Как это нельзя? Мы ж убить тебя хотим. Саня, в воде прячься. Вот это скорость телепортации. Блин. Ай. Ой. Я должен это сделать. Я должен это сделать. Саня, ай. Блин, я в воде умер. Да блин, ну я должен его убить. Нифига себе, мы даже взяли быстрых аниматроников, все равно его убить не можем. Надо телепортироваться просто к нему и убить его. Так, смотрите, сейчас я сделаю тактику, очень хорошую. Так, мы стоим здесь и чекаем, где он идет. Классно, он телепортируется, и звук офигенный. О, я знаю, надо телепортироваться наверх и сверху его убить. Так. Блин, я испугался, ладно, убили. О, все! Плеймаркет, молодец, красавчик. Гусенек, ты победитель этой серии 100%. Молодец. Один из худших, один из лучших игроков. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусенек, Фрэнка, Ютучка, People, Дэн, Кирилл Геймер, Forever. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Аламалейкум, братья. Сегодня мы играем на карте Бикини Ботом и будем убегать от аниматроников с игры Security Breach Ruin. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. И аниматрониками сегодня нас управляют настоящие люди, поэтому будет очень весело и прикольно. Надеюсь, вы влепите лайкосик и подпишитесь. И залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Кто первый умрет, тот самый лошара. Вот он идет. Давай. Опа-па. Ребята, это очень страшно, когда он прям сзади. Так, здесь никого нет. А вот вы все, пацаны. Там здесь, нас нет, здесь нету. Да, давай, Гусенек, иди сюда, до домика Спанч Боба. А, они все там? Да, они все там. Беги, скорей. Бегу. Ребята, сейчас он кого-то только убьет, и ему сразу станет легче. Потому что реально одному очень сложно мочить пацанов. Да они просто бегают быстрее, чем я. Не, ну у тебя есть смысл обмануть как-то. Вот, сейчас ты убьешь, давай. Ну как ты не убил? А я не смог. У тебя жирные ноги, я говорю, худать тебе надо, ты не худаешь. Меньше кушай. Давай, быстро много ешь. Я так и хотел,
что в этой серии немножко Густяняк пострадал. Тем более он сам захотел быть аниматроником. Неужели так сложно играть за аниматроника на этой карте? Все, я понял, где вы. Давай. А где мы? Все, они уже начинают разбегаться, очкошники. Да, а, и сам такой. Смотри, смотри, бежит, красавчик. Смотри, опа! Вот со мной. Ты должен нас как-то обмануть, понимаешь? Да вон вы где все стоите. Может, там есть какой-то другой аниматрон немножко быстрее. Ё-моё! Я ж сам сказал, что они бьют на расстоянии. Блин, я хотел в последний момент, знаете, как обычно. Да я поддался, Гусонька, серьезно. Я... Ты... Лох, да я поддал. Да? Я говорю, что лохи будут. Да, ты лох. А. Да я говорю, вроде, что второй будет лох. Нет, нет, что ты врешь. Так, хорошо. Ты стрёмно, пацаны, да? А я иду вас лечить. Ну ты что делаешь? Так, Гусонька, нам теперь надо их как-то окружить. В кооперативе. Я тебя ненавижу, Фрэнка. Ну кто, а чё я? Это Сергеевский, вот. Кирюха, все, у вас смотри, какой-нибудь шанс. Стой, тогда стои. Me friends. Ладно, ладно, все. Нам идет. Нам зайчик. Нам идет маленький зайчик. Да. Маленький, нифига себе, я кабан толстый. Тучка, я все мое место. Боже. Так, надо как-то с Гусеньком договориться, что вас обмануть. Так как? А, вот надо, чтобы один вход чекал, я их буду туда гнать. Вот, давай иди там, где домик Спанч Боба, я тебя тут жду, мы сейчас их обманем. Зайчик. А как ты, что, нас не увидел? А, ты нас видишь? А ты кто, зайчик? Давай, давай, ну ты его не убил, ну как? Да ну ё-моё. Ну, блин, ты же прям коснулся его. А, Дима, иди там, это, короче, на скале где. А, давай, я тут их жду. Они уже убежали, как? Нет. Ах ты, зараза, перепрыгнул меня. Есть. Убил? Да. Ой-ой-ой, нас уже ребята трое. Капец, они реально все такие очкошники, ты один, Дима, только смелый был. Ну да. Не, я просто думал, что я тебя обману, я не знал, что прям очень такой большой радиус убийств. Ладно, идемте все втроем вот так вот. Стеной будем идти. Стеной? Какая там стена? Стена на стену, аниматроники против людей. Давайте, идите сюда. Я нашел их. Давай, где они? Дима, они опять на скале. Да, я иду туда. Ну что, щенки? Ну что вы? Как же вам повезло. Реально повезло, они перепрыгнули просто. Да, Кирилл, не этот, спотыкайся, пожалуйста. Нет, есть, наконец. Убил? Все. Есть, да. Попи шерсти, тучка. Ты же такой вроде бы как бы неплохой игрок был. Да скилл пропал, извиняюсь. А, да? Все. Ты, короче, деградируешь. Да. Ага. Сейчас я, да. Давай, покажи, как надо медленно бегать, как мы. Да ты... уже, сейчас показываю. Так, я еще никого не убил, мне это очень не нравится, потому что реально хочу кого-то убить. Я один только всех убиваю. Еще ой, кого-то нет, убили? Убил, с первого раза убил. Да и... ладно, нет. Пацаны, вы что, поддаетесь? Нет, они не поддаются. Не поддавайтесь. О, вижу. Вот они, втроем бегут, давайте. А где? Где? Нас, ребята, мы их обманем. Где они находятся? Дай инфу. Ай, блин, я так думал, что я все-таки его встречу, но шанс был хороший. Фрэнк, стой, пожалуйста, брат. Променеванный, пожалуйста. Все, прощай. Брат, нет. Так, 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 ладно, давайте бежим там, где они. Пацаны, инфу, где они? На скале опять. А вы задрали, эй, скалолисты. Зайчиков так много. Потому что мы хорошие очень. Плохой зайчик. Хорошие. Не обзывай меня. Не убить хочешь, зайчик. А, что ты говоришь? Да блин, а как я не убил? Да как? Пацаны, я его согнал. Димаска не твой день. Тихо, тихо. Блин, я прям рядом был возле него. Бегите. А так, бежать? Ладно, погнали дальше. Бегите, глупцы. О, давайте возьмем другого аниматроника. Бежу, о, так этот побыстрее будет, чем это за этого зайца играли. Кто именно? Ну этот Фредди это... поломан. Фредди. Он быстрее. А все равно, уже взяли. Нет, ну да, да, да. Ё-моё, представьте, я поставил NPC, он прямо на него наткнулся и проиграл. Блин, даже NPC его убить смог, а я нет. Да что такое? Вы меня в угол зажали, гады. Да упади ты уже наконец-то. Так, пацаны, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. Еее, я в соло остался. Ты один остался? Нет, я еще живой, но меня зажали. А, я вижу, вот он, пацаны, я его сейчас убью. Ой. Мочите его, дайте мне убить. Ладно, давай спрыгивай, мы тебе даем шанс. Спрыгай, и мы тебя не будем 3 секунды убивать. Раз, два, три, все, убивайте его, все.
Так, давайте, я думаю, что надо идти сюда на опережение, я его сейчас убью, смотрите. А где он? Уйди отсюда. Стоп, а кто? А, ладно. Я остался последний. Есть, давай, ты кроссовчик. Давай, если ты 2 минуты сейчас проживаешь, то ты победитель. 2 минуты, пацаны. Все, время пошло. 11:15. Все, убили, убили. Так, давайте сделаем теперь выживание, я буду один против вас всех. Давайте, берите аниматроников, а я постараюсь повыживать один. Дим, ты проиграешь. Нет, я убил. Нет, я не проиграю, я буду жить хорошо очень. Не-не, Дим, ты проиграешь. Ну все, давайте, я готов. Беги. Щенок. Отлично, ребята. Все, вот Дим, это бежи. Стрёмно, когда я один остаюсь. Так, сразу говори, где ты, я сейчас тебя найду. А, я в это, там, где подвал. Канава. Да. Подвал подводный. Он в канаве. Но я сейчас сделаю максимально долго прожить. Он в скале, кажется. В скале? Да, в скалу забежал. Да, вон он. А! Ё-моё, так дёрнулся! Ёкалэмэн, да я прям на него напрыгнул! Ну блин, ну ё-моё! Он так быстро умер, что ли? Давайте еще разок, пожалуйста. Реально хочу еще раз попробовать. Хорошо. Давай. Ну ё-моё, это я испугал. Блин, я аж чуть со стула не свалился, серьезно говорю. Блин, это жесть просто. Не бойся. Ну все, я готов, давайте. Покажите вещи. Тебе фору 5 секунд. 5 секунд, раз. Да все, я готов. Ладно. Я в пещере. А, хорошо. Нет, он не в пещере вроде. Я в пещере. Блишко. А, я, наверное, не понял, где это. Сидим, ты проиграешь. Нет. Блин! А! Дима, нет, тебя... блин! Дима, блин. Я тебя реально там не заметил, тебе не было прям видно. Да? Офигеть, вот это классно. Опа, опа-па, так. Приближается резкий прыжок. Не получилось. Счастливо. Прыжочек. Счастливо. Прыжок. Блин, ребята, это класс. Надеюсь, вы поставите лайкосик обязательно за то, что я так страдаю. Ну чё, давай. Оп-па-па. Смотрите, резко бегу в эту сторону. Опа, обманул. Так, бегут. Так, окружает резко. Прыжок. Отлично, я смог обмануть. Хорошо держусь. Вот этот раз я уже прям хорошо. Опачки. Ай, блин, я споткнулся в вонючий кактус подводный. И что это за будка была? Хорош. Ой, ё-моё, я так дёрнулся сильно. Да хорош, я уже умер, всё. А я возродиться не могу, пацаны. Ребята, теперь гусанёк один против всех нас. Проверим, сколько он продержится. 3, 2, 1, погнали. Всё, прощай, гусанёк. Только на высоту нельзя залазить, как договаривались. А мне кажется, гусанёк вот здесь вот. Карен устал. А, нет, все сюда пришли. Ха-ха, думали, что он... Вот он, в трубе, быстрее! Он в трубе? Да, пацаны, он пошел там, где крючок, в ту сторону. А, он там. Где чамбакис? Я понял. Так, вот он здесь. Он из Спанчбоба. А может он сзади, это и будет, это... Нет, блин, ты смотри, зараза, оторвался. Где дом Спанчбоба, где дом Спанчбоба? Все туда. Быстрее. Вы его видели там? Да, он тут стоит. На скале. Эй, скалолаз, слазь. Давай, все, давай, я за ним иду. Я пошел. Нет, просто окружайте его. Встаньте подальше, потому что он может прыгнуть. Он уже прыгнул, походу. Да, он прыгнул. Нет, ах, ты я не прыгал. Где он? Неправда, я бегаю. Ой, то есть, ну да, короче. Ну, ага. Я понял. А, его нету, короче, уже, да? Короче, теперь ищите. Ты задрал, ныкальщик. Гусяра, иди сюда, мы тебя убьем. Он в траве, наверное, не? Ты думаешь? Ну у него еще скин маленький, понимаете? Вот у него есть преимущество небольшое. Я не кузнечик. Пацаны, он возле Красти Крабс. Вот он по кругу бегает. Я понял. Ну, давай. Ага. Че, убежал? Ну, да. Ты говнует. Да смотри, прям хорошо играет. Просто я, видите, не поддавался, он, ой, поддавался. На этой карте лучше своя играю. Как? Я не на скале, я бегаю как? Он на скале. Бесишь, блин. Кто спрыгнул? Стой, нет. Ой. Да вы не убили его, да как? Ребята, следующий левел для гусанька. Теперь надо оторваться от этих аниматроников. Вот теперь шанс у тебя маленький.
Я думаю, что 2 минуты и гусенек сливается. Ой, блин, я тут в канаты застрял. Эй, аниматроник, пацаны, в трубу не залазьте, он не походит здесь. От ё-моё, блин, жопа. Он сейчас в трубу залезет. Реально, кстати. Ну ничего. Я в трубе. Ты что, издеваешься, что ли? Да не верьте ему, он специально наврет. Что за движ, Париж? Вот это движ скорость Париж. У этого аниматроника, ребята. Движ Париж. Мне вот просто интересно, меня здесь кто-то заметит? Я вот вроде на таком видном месте. Ну, у тебя же скин маленький, то, конечно, мы тебя не заметим. Ну, попробуйте. Вот это он быстрый. Нам главное тебя сейчас найти. Мы перемещаемся, мы реально... Нашел. Ты белый скоро. Нашел? Мгновенная смерть. Он в туалете прятался. Ах ты, сральник вонючий. Это не туалет. Туалет. Ребята, последняя битва. ПВП. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Полетели. Я убил, я? Убил. Да ю, ну как? Ну как? Так, наблюдаем, ребята, как они воюют между собой. А вы где? А вот один стоит на скале. Близко не подлетай, чтобы не убил меня. Ну давай! Кто? Вот не понял, сейчас опять друг друга может убить, смотри. Мы съели друг друга. А, нас так же. Нет, он живой, смотри, он еще живой. Я живой. А как это так работает? Не знаю. Ну все, гусенек, пока месяц ты один остался выживший, что ли, все? Нет, я. А, еще один. Кирилл. А где он? Короче, Кирилл, давай честный ПВП поединок возле Красный Крабс. На меду, давай на меду. На мусорках. На длину, давай, иди. На коврах встречаемся, пацаны. Без крысерства. Вот он, а это не он, а это он. Это он. Так, наблюдаем, кто же победит. Я это засниму. Отойдите все, чтобы я с другим не убил. Давай, раз, два, три. Все, я победил. Я не понял, в чем произошло. А, все, я победил. А, Гусенек, ты видел какие-то читы опять вонючие свои, поэтому выиграл. Блин, ну это жесть. Ладно, Гусенек, ты победитель в этой серии, 100%. Согласны, пацаны? Я всегда это знал. Конечно. В следующий раз мы тебя не берем на запись, ну тебя нафиг. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димаскин, Gunfire, Фуфло, Плеймарк, Дарт Вейдер, Гусенек, Гафака, Итучка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Салам алейкум. Всем привет, дорогие друзья. Ребята, кто помнит эту карту, напишите в комментариях. Это олдскульная, старая, классная карта, которую я решил сегодня снять. И будем убегать от аниматроников. Ну не просто аниматроники, а невидимые аниматроники. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Гусенек решил стать аниматроником, но очень сегодня будет нам сложно, потому что аниматроник не просто невидимо, он еще может и бить в невидимости, понимаете, насколько это сложно? Поэтому в конце ролика будет 7 невидимых аниматроников и один выживший. Это будет жестко. Ну, кстати, ты меня так не убьешь, гусаняла. Гусанчела! Сейчас допрыгаешься. Гусанчела. Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Просто офигенно, потому что гусенек сегодня будет страдать, и будем все с него угорать. Пацаны, где он? А, он уже ушел? Он на заднице корабля, мы как раз... На заднице... В жопе корабля. Нет, на заднице корабля, все правильно. Минус. Нет. А! Ура, я не первый. А что, двоих убил? А, не, одного убил, хорошо. Гусенек, ты молодец, я поздравляю тебя с первой смертью человеческой. Ну, это так не работает. Блин, ребята, что-то я тут вообще себя плохо чувствую, надо валить отсюда. А я тут с Николсом, я тут хорошо, у меня тут дамбу-сказку, у меня тут полотенчика есть. Опа. А! Блин, я чуть не проиграл, помогите! Помогите! Плеймарк, это... А, блин, ё-моё, блин, а так где? Ну нафиг, я вспотел, блин! Да блин, я специально поддался на самом деле, то я так... Да ну не хотела поддаваться, ну блин, пацаны, это вы виноваты во всё. Ну Дима, ну нафиг ты вспотел, а не надо. Смотри, опа. А может не надо, пожалуйста, а может нам и выйдем? А что это такое? Так, там все чисто, давайте станем невидимым, чтобы они даже меня не видели и не знали, как я их буду убить. Пацаны, открывайте двери, они где-то в туалете могут сидеть. Блин, вот воняло говном, но я иду и чувствую, говнищем воняет. Так что, когда сидишь в туалете, не сри. Так, Итучка, ты выиграл? Ну я не знаю, я еще живой. Ну да, все. Они А, да, я что-то не разучился считать.
Капец, бывает. Так, я думаю, что и тучка в нижних этажах. Идемте все туда. А я там как раз таки бегаю. Ты угадал. Ну, я ж экстрасенс. Крутой. Согласен. Я могу еще и... Не просто невидимый, пацаны, еще и тпхаться можно. Невидимый аниматроник, это просто мощь. Так, я чувствую запах гими... Ага, запах говна. Вот-вот-вот, я прям чувствую. Где-то кто-то тут шкелится. Не знаю почему, но у меня интуиция подсказывает. Где, блин, это аниматроник? Не убил своего. У меня ладошка вспотела. Правая? Да, левая. А левая? А что тут такого? Я правой пятку чешу. Правильно. Спасибо. Так, тут тюрьма у нас, да? О, дверь открывается. Где тюрьма? Ну не тюрьма здесь. Ну здесь... А, ну это... А, ну что это похоже? А что? А, тут типа как секретные данные какие-то хранятся или что-то. Кстати, эту карту не изучал. Сейчас первый раз я так изучаю прям. Короче, я на карте, знаете. Не, ну давайте мы, короче, будем их начинать убивать. Я, походу, нашел одного. Так, это капитанский туалет. Я нашел, походу, одного. Так, а ты, походу, его не найди, ты его, походу, убей. Так вот, тут двери не открываются, значит, на тут нижнем этапе. Ну, а как он туда попал? Не знаю. А, читеры, да, у нас тут попались? Да, походу читеры, Дим. Читеры, да. Опа, иду, чичка, я тебя через дверь убил. А я иду, я слышу запах говна. Итучка. Пацаны, вы что, сегодня срёте все, что ли? Как нашел меня? А я вообще в раздевалке сидел. Ну я не знаю, я от фонаря подошел, даже дверь не открывал, просто нажал удар. Ну блин, ну понятно. Ну итучка, ну я профессиональный игрок, аниматронический. Ну баним его, пожалуйста. Так, пацаны, а что я вас никого не... Я не понимаю, мы догонялки играем или прятки? Да, прятки догонялочные. Так, все, хорошо, все раз мы тучку убили, значит всех убили или еще кто-то живой? Нет, двое еще. Двое, блин, вы не хотите, да, умирать сами? Да. Пацаны, включаем всю свою мощь, давайте искать их. Бля, скины-то у всех большие, мы их по-любому найдем. О, тут бильярд даже играть можно. Жирнячий бильярд. Корабль, да, пацаны? Тут некоторые комнаты не открываются. Ну, значит они туда не попадут, если эта комната закрыта, значит они туда попасть не могут, логично? О, бильярд реально. Бильярд. Пацаны, я прям чувствую, что я приближаюсь к ним. Чувствую. Вот тоже говно воняет, да? А как ты узнал? Ну потому что я уже знаю. О, я буду тпхаться, раз я не могу пройти где-то. А я не летаю. А ты не летаешь? Это я. Я в невидимости постоянно хожу, это прикольно. Ладно, давайте возьмем. Нет, если я буду сзади обычного аниматроника играть, то шанс того, что они меня увидят, очень велик. Пацаны, тут номера такие элитные есть. Просто имбовы. Самый нижний этаж, пацаны. Ребята, о, вам... капитанская. Ну я могу убить последнего, хотите? Ну так давай. Не томи, пожалуйста. Ну, мы должны уже начинать следующий раунд. Ах, он двери клацает здесь в туалете. Это то ли какой этаж? А, все. Есть. Раунд номер 2. King on Fire начинает. 1, 2, 3. King on Fire, покажи вещи. Ого. Ничего себе, там толпа идет, ребята. Я уже помню здесь карту, это очень хорош. Гусанек, открывай двери. Так, давай здесь будем выживать вместе. Здесь самое прикольное, кстати. Тут я уже не один. А ты жив? Да, я жив. Конечно. Да, я такой. Ладно, я выхожу, я несу. Чего бояться вообще? Было бы кого бояться. Конечно, какого-то щенка вонючего аниматронического. Сейчас он тебя убивает. Щеноголимый. Ну, пацаны, вы где все? Вы все в корабле? Я на корабле. Есть, один умер. Гафа, собака стала аниматроником. Капец. Я хочу побегать за вами. Правильно я сделал. Хорошая идея, давай. Да. Есть, гусанюк. Ну ты что, мочишь, что ли? Я в панике сидел, он меня убил. Ну потому что я знал сейчас, как ты скажешь, они все против меня сговорились. Да, они все против меня, я же думал, что я буду выживать вечно. Он сам пришел. Мне нравится, как мы в тот раз играли догонялки, все за гусеньком гонялись, он говорит, а что вы все за мной гоняетесь? Это было цирк. Дима, ты что еще? У меня две кровати. Тут аниматроник, помогите! Помогите! Он за мной бежит. Ну пожалуйста, не бей меня, я тебе дам хлеба. Я тебе дам поджопника, а? Бейте лучше басы. Я тебя вижу, думаешь, я тебя не вижу? Я тебя вижу прекрасно, дружище. Меня? Аниматроника вижу. Я вас слышу опять эти звуки. Значит, это вы близко. Отлично, ребята, я смог.
Я смог от него скрыться. Ну что, ты нашел меня? Не нашел. Блин, это так опасно, когда он прям рядом возле меня. Ага. Этот раунд мы очень хорошо играем, пацаны. Мы прям натренированные, я вижу. Че ты нарисовал? Да. Короче, можно спокойно выходить, никого нету. А я вот не буду, я не хочу быть потом последним. А вы же пошкерились, а мы в догонялки играем. Я выхожу, я не боюсь никакого аниматроника. Они все равно какие-то кончилыговские все. Кончиты! Капец ты там вообще, да. Ну я не боюсь никого, понимаешь? Я ж, ну как бы, что мне их бояться? Они ж слабые. Аниматроников сколько? Два? Три? Три, да, получается? Kindlefire, Гафака и кто еще? Гусеник. А где ты, собственно? Собственно, на корабле я. Собственно, я здесь в каком-то таком жирнячем офисе сижу. Телефон не работает. Опа! Туда, Дарт Пердун. Ой, Дарт Вейдер. Я напукала, я просто там сидела. А, ё-моё, блин, я тут читал книжки. А где он был? Блин, это такая подача в голову резкая. Вы даже не... Блин, я испугался на самом деле, я не ожидал. Там что-то было нарисовано там. Так, хорошо, поделились 4 на 4, да, мы? Блин, я честно, я думал, я выиграю. Я был уверен, что я выиграю. Да я с тобой в комнате 5 минут стоял. А, вот я знаю, где был гусанек. В душе, да, ты сидел? Баня. А именно баня? Да. Хорошо, хорошо. Так, включаем всю свою мощность, чтобы найти. Я слышал эти звуки. А слышишь? Это ветер. Привет, привет, Итучка, как дела? Да нет, всего-то. А где он? Нет, а можно не надо, а можно... Где он? Есть! Ой, это новая фраза у меня будет. Есть! Я даже повторить уже не смогу это, понимаешь? Так, осталось у нас 3 человека. Да. А Девани? Кстати, тут можно встать так и видеть кусок карты. Это не читерство, потому что это баг карты. Я сейчас, короче, их найду. Так, просвечиваем. Так, в сральнике никого. Здесь дверь закрылась, это я понял. А, если получается, я был бы от первого лица, я бы этого не наблюдал, так как я от третьего лица могу это видеть. Не, пацаны, я их не могу так найти. Тоже. Это мы сейчас будем, короче, опять, да, их искать. Пацаны, выходите. Че вы ссыте? Я даже не ныкал. А не, ну я ныкался, но я чуть-чуть ныкал. Не, потом вы же вышли, а все равно бы минуту максимум посидел, и все. Ты книжки читал. Да книжки я читал на стене. И то я там подошел и сразу умер. Да, такие банкетные сейчас... залы жирные. Вообще классно, да, корабль? Где летом таком бы попутешествовать? Не, потому что он разбился бы. А Байсберг? Так это ж не Титаник. Разве? Нет, конечно, ты что, это не Титаник. А что это? Это разве Титаник? Это Бартаник. Какая гортань? Это Димотаник. А, корабль будет написан название на спасательных кругах. Обычно так делают. Блин, ну не могу найти, пацаны, не могу. Вы шкеритесь, вы не хотите выходить? Будете сидеть, да? На крысу? Димас, этот корабль называется Димас-Титаник. Во, он. Вот тут уже кто-то. Почему я в одном месте только бегаю? Вот параша есть, почему я не захожу сюда? Не знаю. Капец, здесь дверь у параши роскошная, да-да-да. Вот, название корабля сейчас увижу. Так, у нас название... Northern Star. Короче, какая-то северная звезда. Скотланд. А где дверь закрыта? Здесь закрыт. Блин, не могу найти. Придется, наверное, что-то предпринимать очень плохое, пацаны, если вы будете так сидеть. Так, хорошо, мы берем аниматроников более мощнее. Вот видите, какие у нас есть аниматроники классные? Сейчас я вам покажу. А это из другого пака? Во, ребята, смотрите, слушайте, пацаны, будете слышать это? Да, давай. О, я слышу. Ну и где вы, щенки, выходите. Я разозлился. Я очень сильно разозлился. Ребята, не злите Диму, он сейчас всех убьет. Я буду всех убивать постоянно, резко. Он сейчас пернет от страха. Чего я так буду делать, я ж не ты. Я ж не ты, пердун вонючий. Да я не такой, как ты, Дима. А какой? А вот я нормальный, в отличие от тебя. Да? О, вот ты бегаешь. Опа! Ой, Гафака, извини, обстоятельства. Зачем? Я нашел этого огурца. Почему не могу? А как нам выйти отсюда? Тут туалеты. А так тут баня. Ну, жирный. О, еще одна умер. Отлично, King on Fire, молодец.
А все, всех нашли. А как? А все, всех нашли, молодцы. Последний раунд, решающий, кто же выиграет, Playmark или King on Fire? Битва на ножах. 3, 2, 1. Давайте, пацаны, я болею за King on Fire. Давай, King of Fire, выиграй его. Прикольно, физику воды изменили, этот перевольно так тебе. Хорош. King on Fire, на тебя поставил одну копейку, молодец. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ, Крошка-крошка, Гусанёк, Фокс, Шо надо, Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Салам алейкум. Есть, я пацки. Смотрите, какая у нас классная карта. Это поезд, который летит большой скоростью по полю. И мы будем в этом поезде убегать от аниматроников. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Его можно обмануть, вы знаете? А я бегу. Да блин, да ё-моё, да... Да ну обман... Да ладно, я поддался специально. Да я не поддавался, ну ё-моё, как тупо слился. А ты что, увидел, да, что я залез туда? Ай, блин. Капец. Гони его сюда. Кстати, мы можем стоять в проходах. Ах, еще один слив. Красота. О, Максимейла. Дима. Да ну, давай щити ее. А ты что там делаешь? Ай. Ты думал, что можно выжить? Мы что, всех убили? Да, вы всех убили. Нет, нет, я. Нет, еще пацаны живые. А, не, я и Дэн. А че мы бегаем туда-сюда? Их там нету. Они где-то, наверное, сзади, наверху. Они, может, там в комнатке, знаете, там есть вот стеклянные такие стекла. А, да, там нету. О, что? Так, Дэн остался. Дэн, ты победитель первого раунда. Иди, блин, я хочу мочиться. А где он может быть? Блин, одни туда, другие сюда бегут. Так, я открываю двери. Подожди, он же может как-то заныкаться вот тут на полочках вверху? Ну да, он может так заныкаться. Вы хорошо проискали комнаты? Да вроде. Ребята, обязательно прямо сейчас ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Каждый божий день. Дима. Есть, Дэн, я мы тебя убили. Ну, Денчик, мы готовы. Все, бежим отсюда. Дима, давай, давай. Так, надо где-то какую-то большую комнату, где можно будет убегать от него. А это вот здесь, вот. Вот это место, где можно будет хорошо выживать. Все, давай. Кто помнит Angry Panda, напишите, мы тебя помним. Да дело было еще никнейм сделать, это шо надо. Тут шо надо, имени Пухнава. О, тут стекла. Все, ждем. Смотри, как все будет все сливаться, мы будем лучшие игроки, потому что здесь очень легко выживать. Ой, я испугался. Кстати, кто заметил, у меня новый микрофон. Кстати, у Гусанька теперь студийный, профессиональный микрофон, и если вы будете не узнавать его по голосу, я вам скажу, что я его тоже не узнаю по голосу. Если шо, маячите. Он бежит. Уходи, уходи быстрее оттуда. Так, первый слился. Фокс улитейшн. Чучух. Не, чучух. Ну, кажется, тут Дима, лучше... ты соврал, можно все-таки сюда. Не надо, не надо, аниматроник туда не может это залезть. Уже... Это нечестно. А вот тут можно между комнатами залезть, вот эту щель, смотри. Не, нельзя. Нельзя, блин, было бы классно, да, туда зашкериться между поездами? Между вагонами. Он там, все, он там. Все, сейчас будем выживать. Даже если тут будет двое или трое, все равно выживать возможно здесь. Кажется, я знаю, где Дима. Нет. А ты уже аниматроник? Нет. Беги. Мне к вам бежать? А зачем ты спалился? Так, а вон он уже пришел и так. Он, смотри, бежит ко мне. Не, не получится. А я стекала с него. Беги, он побежал туда. Беги к нему. Опа. Давай, 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 Денчик. Опачки. Кстати, там Гусанёк. Иди назад, он там стоит. Вот тут Гусанёк. Беги, Гусанёчек, лучше бежать. Нет, там аниматроник назад. Нет, вперед! Есть! Гусанёчек меня подписал, блин, это было круто! Отлично! Отлично! Так, уже три аниматроника. Да, Дима. Смотри, будем тут тогда гасать. Опачки! Ну все, я готов. У меня открытое пространство, я боюсь, что меня сейчас съедят. Тебя не убьет никто, я тебе даю слово. Гусенька. Ну, еще сюда вот сюда еще никто не прибежал, не съел мой банан. Смотри, опачки! Да блин, ну это было сильно. Я еще так красиво лег. Нормально, отдыхаю. Хорошо. Еще Дэн живой. Так, Дэнчик, опять где-то зашкерился. А нет, Дэн умер уже. Дэн же начинал, что Дэн живой? Дэн начинал, что-то. Живой аниматроник? Там никого нету, да? Тут где-то, короче, я живой еще. Живой Максим. Живой Максим, ну иди сюда. Это мой банан. Он подсказку кого-то. Вот это толпа идет, целая гурьба за тобой. Здесь самая сложность большая, это из-за того, что здесь узкие проходы. И тяжело пробежать. Ну, возможно.
У меня сливается скин с этой большой кабиной. О, значит я знаю, где ты. Дайте пройти. Там что ж вы меня мочите? Шуля, вы что вы меня мочите, а? А его нету здесь? А где он? Я же сказал, это мой банан. Там где банан? А, он в начале там сидит. У него же голова одна торчит, когда он контр жмет. Все, я догадался, где он. Блин. Ну ты голова. Проблемы. У тебя большие проблемы. Все, Максим последний был? Да. Все, Максим, теперь ты начинаешь. У меня созрел план, пойдем. Показывай. Все, можно езжать? И стой, стой, нет, я гусенек не хочу твои планы использоваться, потому что, скорее всего, я умру там. Все, давай, мы готовы. Давай. Гусенек сидит в комнате, там, где двери открываются, самой последней калитки там. Эх ты. Ты думаешь, это конкурентная игра, я должен выиграть. А че ты убежал, я пошутил. Все, я теперь тут буду. А ну спрыгни с поезда, сможешь назад вернуться? Гусанёчек! Ну, пацаны! Гусанёчек, ну беги к нам! Ну всё, шо, ты обиделся? Ну что ты, плаки-плаки? Или нормально? Привет, брат! Так, он сейчас там пока мочит всех, мы здесь повыживаем. Гусанёчек, ты сможешь залезть? Ща. А где он? Дима, ты что, что-то ел? Нет. Дай руку, у тебя вся рожа в крови. Ай! Вы меня не пугаете так. Стой, стой, стой! Опа! Давай, давай, давай! Я ж лицо в реальной жизни начал. Отлично! Все, ждем. Сейчас сюда придут гурьба аниматроника, мы должны здесь выживать. И очень красиво а это делать. А я вас всех вот тут закрыл. Где ты нас там закрыл? Ну вот, вот все сюда прибежали. О, давай перегородим гусеньку проход, чтобы он умер первый. Ладно, шучу, шучу. Есть, что надо, ну ингрипан, да. Ну что ты, опа, он здесь. Он здесь, ну что? А я сейчас пробегу, смотри. Давай его сюда мани. Ну проходи, проходи. Не, я подожду, пока панда прибежит. Да, ну это нечестно, вы хотите нас окружить? Смотри, какая тактика. Один будет на дверях стоять, а другой гонять нас будет. Да. Я вообще обиделся на тебя. Да не обижайся, да. Ты сейчас всех убьешь. Такое место заныло. О, дай монтировка по руке. Ну ЛТВ, ты что, сумасшедший, ну что ты делаешь? Все, пробегай. Блин, не успел. Вот, прыжок. Давай, идите сюда. Так, их уже трое, пацаны, мы все умрем. Так, нужно, чтобы кто-то держал дверь. Не надо дверь держать. Шо, мужики, выбирайте по одному первую. Да, я давай. Первый, я готов первый, иди давай, сюда. Давай, проходи. Иди. Да блин, их уже трое здесь. Нет, нет, нет. Не-не-не-не-не-не. Опа. Ну, ну Дэн, чик. Блин, это весело. Давай, вы не сможете нас убить. Ну, да что ж ты перегородил. Отлично, я живой. Я живой. Нет, не пипял. Ты куда залез? Опа-па. Блин. А где гусанек? Гусанька убили. Так, кто же из нас будет победителем? Мне интересно. Я выиграл, я выиграл. А теперь давай, давай. Опачки, косожоп. Блин, на входе стоят, на входе. Ребята, я продержался, пока мисс дольше всех, вы заметили? Да, нет. Это был лящ сильно. Хорошо, давайте я буду начинать. Давай. Блин, это было прикольно. Так, берем тоже этого аниматроника. Три, так, Максим, два, один, здесь. Погнали. Текай. Опа-па, Ингри Панда, ну что ты? Беги. Ну скорость у меня не очень быстрая. Вот вы где все, да? Головы. Ля лысый стоит. Думаю, как... Я просто думаю, кого первого убить? Давай этого. Вот этого. Сыш, да? Давайте Максима. Сыш? Ладно, я пошел. Не хотите выходить? Все, я ушел. Да блин, правда, да блин, ну зараза, хорошо, хорошо. Завтыкал, есть такое. Ах ты! Ах ты! Есть! Отлично! Ты потерял свой навык выживания. Давно не играл в Гаррис. Ну все, пацаны, вам хана. Давай. Ах ты! Ну блин! Давай! Давай, загоняй в ту сторону. Так, стой, стой на проходе! Ну блин, Дэн проскочил! Все, мы должны ЛТВ убить. Так. Загони его в. Ну! Все, давай, иди сюда теперь. Давай в эту дверь сейчас будем.
Все, стой. Так, ну что, пора тебе замочить. Ну блин, я так клацаю вышку, сейчас поломаю. Есть, леща, получи. Так, нас уже трое, пошли дальше. Вот там Денчик побежал. Уничтожь. Блин, прикольно, что можно в этой карте применять разные тактики. Ну, то есть только одну. Загородить двери и всех фигачить. Это круто. Мне кажется, на этой карте еще можно записать, ребята, знаете что? Что? А бунгу. Так что, ребята, если вы хотите увидеть еще на этой карте какие-то прикольные убегалки, ставьте плюсик или напишите, мы хотим. На, получи, учитель. Капец, ты читер. Ну, потому что это очевидно. Я живой, я еще живой. А где ты? Так, тебя здесь нету. Он опять где-то заныкался. Мы сейчас найдем его. Он же только голову свою заставляет торчать где-то. А кто живой остался? Максим. Максим, ты один остался? Да, опять я. Эй! А ладно, не надо подсказывать, мы тебе и так найдем. Тебе долго не выжить. На! Убил? Есть! Он, короче, в этом, в купе был, отдыхал. Так, хорошо, давайте, кто еще не был ни разу за аниматроника, берите. Давай я. Давай. Так, Angry Panda же у нас не очень хорошо играет, поэтому, мне кажется, ему будет очень сложно. Никто не поддавайтесь, 3, 2, 1, погнали. Куда ты меня завел? Все, давай, ныкайся, сюда иди. О, не а получится! А где же мои друзья? Санек! А, есть! Я убежал! Отлично! Отлично! Не получилось! Они сзади! Ну смотри, мочи их сзади! Не-не-не-не-не. Да нет, Дима, ты не давай, убьешь. Давай, так. Дим, давай, давай, давай. Да я буду гонять, пацаны, я буду своей жизнью спасать ваши. Ты че? Он еще никого не убил? Вон там в кабинке сидит. Там в кабинке сидит. Так, точно никого нету здесь? Не-не-не, Панда, уйди. Не-не-не. Ладно, давай, проходи. Э, ты че бьешь? Он стоит на проходе, да? Двери не закрывай, друг. Давайте тролльте его, я поэтому искал двери не удалять, чтобы двери были, мы их могли троллить. Все, пацаны, прощайте. Че, никого не убил? Ну не бьет. О, есть. Есть, Гусанек, ну что ты такой простой? Они какие-то вообще слишком простачки. Лысые. Так, если я сейчас выиграю этот раунд, я буду победителем этого ролика. Ну давай привет, побегаем. Дим. О, привет, Дим. Давай его троллить. Блин, сейчас же придет еще один аниматроник сюда, будет нам тяжко. Но мы сможем. Мы идем к Диме. Так, напряженно все. А сколько вообще аниматроников? Трое уже или двое? А, трое, гусанем же еще. Опа, Дэн, четверо. А, сзади уже один. Давай будем вот так по кругу, бегай по кругу. Нет, ты меня стоишь. Я должен выиграть в этом ролике. Убей его. Я его сейчас убью. Ай, блин, вот это через головой потолок аж пролез. Че, я был последний? Да, ты последний. Ребята, наконец-то в этом ролике победил. Тысячи лет не выигрывал я, но я смог. Выигрывал? Может, давай каждый сам за себя? Я считаю, что это гениальная идея. Давайте, ПВПшечка. Такое надо два, я сейчас, берите все аниматроников, а я сейчас пропишу, чтобы у всех было по 50 жизней. О, давайте по одному хп для прикола. Давайте. Так, смотрите, показываю, как прописывать всем жизни. Многие спрашивали, на контры выделяете все имена. Вот так вот. И здесь одно хп, смотрите. Опачки, у всех по одному хп. Так, прилагаю всем разбежаться абсолютно, всем. Все, да, давай. Полностью поддерживаю, не отрицаю. Через 5 секунд начинаю. 5, 4, 3, 2, 1. Вы нормально считаете, пойдет. Есть, один слился. Кто умер, тот уже не участвует. Ай-яй-яй-яй-яй! Да я поддался. На, чтоб не стоял, не втыкал. Так, смотрим, как они дальше играют. Так, летим, наблюдаем. Так, вот битва у нас. Кто же выиграет? Алло. Давай, Максима, мочи, убей Максима, пожалуйста. Хочу, чтобы он проиграл. Он не умирает. А у него жизни мало? Эй, не стопьте. Не, у него одно хп, все нормально. Тут ты не попадаешь. Поэтому не он не умирает, тут ты косожок. Опачки, Дэн пришел. Убийца аниматроников. О, сейчас будет интересно. Победитель выясняется, и это...
Максим! Ты лучший. Ура! Из худших. Ладно, лучший выживальщик это я, а лучший аниматроник это я. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Бабум. Бабум, всем пока. Всем пока. Мяу-мяу-мяу. Поезд застопорился.